На сцене 65 участниц сочного этапа 5-го национального конкурса «Таланта. Краса студенчества России-2018». Здесь студентки из 40 регионов России. Финалистками стали только 12 девушек. Среди них и студентка Казанского федерального университета Полина Горюнова. Она обладательница титулов «Мисс КФУ 2017» и первый вице-мисс Татарстана 2018. Приветственные слова участницам и зрителям сказал председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский. Вы знаете, я всегда с трепетом приезжаю в Татарстан, в Казань, потому что здесь я всегда знаю, что все всегда происходит на высочайшем уровне, организационном, содержательном, эмоциональном. В финале участницы показывали творческие номера, дефилировали в вечерних нарядах, а также соревновались в интеллектуальном поединке. Вопросы были из категории спорта, истории, музыки, кино и знаменитостей. Зрители всегда видят итоговый вариант. Красочные костюмы, улыбки девушек и яркие номера. Но попадая за кулисы, наблюдаешь, какая суета царит за сценой. Участницы бегают в поисках платья для финального выхода, повторяют движения и делают завершающие штрихи макияжа. Это самые яркие, несомненно, незабываемые эмоции. Благодаря девочкам, конкурсанткам, благодаря организаторам, благодаря волонтерам, благодаря жюри. А самое сложное, наверное, было ходить на каблуках в таком большом количестве, особенно в них бегать. До церемонии награждения остаются считанные минуты. Девушек одолевает волнение и в то же время радость. Позади бессонные ночи и ежедневные репетиции. И вот финалистки на сцене. Обладательницей титула «Краса студенчества России-2018» стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Корону ей вручила обладательница титула прошлого года Людмила Блинникова. Я очень долго шла к этому титулу, и когда, я не знаю, я не могу сейчас выразить эмоции, я очень всем благодарна, особенно моим родителям и моему партнеру, который помогал мне здесь. И когда выходишь на сцену, ты получаешь такие удовольствия. Спасибо. Это интервью никак нельзя назвать испорченным, ведь в кадр попал актер сериала «Универ» Александр Стекольников. Он же находился в составе жюри на конкурсе. Вице-красой студенчества России 2018 стала представительница Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова Екатерина Колосовская. А красой студенчества Центрального федерального округа стала Элина Мельникова. Как отмечает девушка, тяжелее всего ей дались такие испытания, как самопрезентация и деловые дебаты. Я химик, я люблю кратко и по делу, а не на философские темы. Невероятно сложные 2 дня конкурсных испытаний с утра до ночи. Было очень тяжело, как морально, так и физически. Работа над финальными там, творческими номерами, выходами, дефиле. И это уже было все более интересно, захватывающе. Каждая девушка отметила, что этот конкурс и город Казань подарил много ярких положительных эмоций. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.